Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Поехали. Так, во-первых, мы должны забрать... Нет, ежедневного сундука еще пока нет. Но, тем не менее, мы должны проходить с тобой остальные миссии на 3 звезды. Так, 8-5. Команда хорошая, значит, здесь будет бомжиха 100%, раз здесь дан Т-рекс. Блин. Что делаем? Вызываем Плювика в помощь. Этот сейчас со своей колотушкой придет, блин, присобачится. Надо его хлопнуть, чтобы он просто не нервировал меня. Ты смотри, Плювик справляется с этим, с молокососом. Так, давай еще. Нормально. Так, пошел отсюда. Так, нам нужно 15, да, чтобы выпустить вот этого парня. Все как бы меня устраивает. За исключением, наверное, некоторых вещей. Вот что, вот что это сейчас было? Какой показатель этот вышел? Слава богу, пока вроде бы разбираемся. Давай, давай, давай. Пробивай. Эх, не пробил. Нормально, двигаемся дальше. Вот. Вот, друзья мои, что раздражает больше всего. Да уйди ты, там бежит уже довольный. Глаза в кучу, он шпарит. Давай, родной, быстрее уничтожай. Блин, там еще вторая хибара ползет, а? Ну как так-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего хорошего из этого у меня уже не получается, ребят. Всех моих плювиков раздолбали, как ты видишь. Да уничтожь ты в конце-то концов, ну. Есть. Фиг есть, если. Да, что-то мне кажется, на 3 звезды не получится. Я, конечно, надежду не буду терять. Но шансов мало. А там уже бежит, 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 бежит охламонище. Так, валуном его немножко пришарашил. Может быть, конечно, надо было Плювика дождаться. Точнее, даже не Плю... О, о! Вот и они, ребят. Вот и они. Ну, что прикажете мне здесь сделать? Здесь только один, друзья мои, вариант. Как по мне. Это вызывать Т-рекса. Это вызывать Т-рекса и вот этого парня. А уже что дальше у нас получится, я не знаю, ребят. Я пойду сюда. И я пойду сюда, и я дуплюсь, да? Так ты хотел сказать, Рэй. Как нам, интересно, мой Т-рексик поживает? Живой еще, нет? Ну, по идее, ну, мощный, ребят, но... Не настолько, чтобы противостоять там целой орде. Ну, ну да, ребят. Не настолько он, конечно, силен. Все, что ли, задубасили уже? Ну да. Уже задубасили. Сейчас начнут. Сейчас начнут. Да, Плювика, конечно, вообще, ребят, моментально разнесли. А мне нужно было вот этот вот уничтожить телепорт. Ну, чтоб ты знал. И тогда было бы мне счастье, но...
судя по тому, что здесь происходит, я уже все, я, ребят, звезды лишился. Из-за этой бомжихи, блин, чеканутой, я ничего не получилось у меня, ребят. Она, блин, мешает, понимаешь? Был бы у меня вот этот... Ой, тихо, сейчас звезданут. Был бы у меня прокачанный посерьезнее бы бегун, Рэмбо или какой там, возможно, было бы больше шансов бы и быстрее пройти сюда. Но сам видишь, что получилось. Обидно. Обидно, конечно. Вон, уже вторая, ребят, звезда идет на уменьшение. Но здесь я успею все-таки пробить. Здесь я успел пробить. Только толку-то от этого. Толку-то от этого. Вообще ничего не получил, друзья. Просто получил монетки. Ну, давай попробуем вот этот этап. Может быть, здесь все-таки фортуна улыбнется нам лучше, чем там. Хотя я не особо в это верю. Причем, ты посмотри, как он такой-то, а? Дай-ка я его подпалю. Все стрелы летят в меня. Да ладно, фиг с ним. Две хибары, ребята, две хибары прибыли. Как же так-то, а? Да ломай ты ему лицо, блин. Так, давай еще сюда помогаловку. Может быть, запалить? Ну, как вариант был такой, ребят. Запалить. Все, я запалил. Немножечко оглушаю. И есть контакт. Так, сколько у нас там? Сколько нужно? Да дофига нужно. Ну, конечно, ну конечно же, друзья мои. Ну как же без этой гадюки-то? Бам, с удара, ребят. Просто с удара его выносит всех. Ну как вот можно здесь, извините, не играть? Ну как можно играть тут, блин, если она вырубает всех? С полтычка. Я ума не приложу. Этот там бомбит, это, конечно, все хорошо, друзья мои. Но не настолько сильно. Но не настолько, блин, сильно. Да попади ты в бомжиху-то, ну. Вот и все, и нету моего роднульки. Они там наяривают, будь здоров. Почему бомжиха, ребят, опасна? Со своей массовой, естественно, атакой. Со своей чертовой массовой атакой. Вот и все, ребят. Дракончики мои, конечно, стараются тут сделать все как надо. Все как полагается. Но у них просто не получается. У них не хватает, ребята, сил. С ним со всеми справиться здесь. Давай так скажем. А чтобы они справлялись, естественно, нужно их прокачивать. Нужно их прокачивать. Причем довольно серьезно прокачивать. Не просто так. И, соответственно, ребят, скиллов. Вот не хватает у нас. Давай ломать. Вот этих вот заклинашек, скажем так. Было бы заклинаний у нас побольше всяких, особенно вот ускорение бы, то мы бомжиху бы уже давно бы раскатали бы. Никто бы ее там не спас бы. Вот куда вот я? Вот куда я там ударил?
Там что, эта хибара там не одна, что ли? Не могу понять. Ну да, она там не одна. То есть этот парень-то, конечно, наяривает сзади. Очень, очень старается наяривать сзади, но... Куда ядра летят, не пойму. Вон, там целая армада, посмотри. Давай, 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 родной. Нам нужно защищать этого, который сзади бомбит шарами. Все, опять, ребята, минус. Опять минус звезда. Он очень медленно бомбит. Он сильно бомбит, но медленно. Это валуном. Погнали дальше, побежали. Блин, а нам тут немножко, оказывается. Возможно, я бы здесь, если бы один был бы, пробил бы быстрее, чем... О, так у нас уже две звезды нету. Все, ребята, это опять тот же самый исход. Опять тот же самый исход. Как там было? Да, одна звезда, 440 монет. Так, сундук... А, нет, о! Слушай, 2000 монет получил. А по прокачке тут 6000 нужно. И тут 6000 нужно. Здесь 7000 нужно. То есть нам не хватает денег. Ладно, а если мы... Блин, нам нужно в любом случае 2 звезды, чтобы нам открыли новый проход. Так, а в чем проблема вот здесь у нас была? Ты не помнишь? А, тут... Тут слишком мало у нас нормальных динозавриков, скорее всего, из-за этого. Сейчас попробую этого кумарнуть. Так, плювик. С этими, ладно, с этими справились. Так, попробуем. Молот Тора. Давай, плювиков целую орду вызывать. Так, разбомбили здесь. Здесь проблема вот в чем. Была проблема, сейчас ее не стало. Бомжиху мы эту накумарили. Причем она намного сильнее, чем та обычная в броне. Итак, мы этот этап с тобой пройдем на 3 звезды. Я что, не успел? А в чем? А в чем, ребят, проблема-то? Я же вроде бы ничего нигде не сфейлил. Какой ты взял уровень? Ё-моё, ты взял уровень не тот. Макарёк, Рэй, ну... Давай так сделаем. Валуном, валуном его. Так, отлично. 32, да? Нам здесь нужен будет этот вот... Сейчас сломаем. Все,
Слушай, огонь дали, это хорошо, ребят. Понятно, что мне здесь нужно вот это уничтожать. Да блин, почему все пробегают? Все пробегают и по барабану. Один только я должен бороться с этим. А там, по ходу дела, всех ломали, да? Да, ребят, там ломали всех. Хиляемся. Поджигаем. Тирекса бы, конечно, позвать бы было бы вообще идеально. Или вот этого парня, кстати, тоже неплохо. Стегушку нашего. Давай, 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 давай. Слушай, этот этап, по-моему, так мы вроде на 3 жизни, разве нет? Так, ну я главное прошел, ребят. Я уничтожил все эти на 3 звездочки. Поэтому теперь уже по барабану что-нибудь могут делать. По-моему, звезду у нас уже не отнимут. По-моему, это так работает у нас. Что это за заваруха? Прекрасно. Просто прекрасно, разумеется. Обрил. 450. Так, сундучок мы забрали. Угу. Значит, здесь не хватало нам одной звезды. Все отлично, ребята. Так, еще нужна одна звездочка. Еще нужна одна звезда. Так, погоди-ка, сколько у нас? Блин, не хватает. 7 пока еще. Ну что, погоди. Погоди секунду. Ну сюда я, наверное, не полезу. Давай тогда попробуем здесь навалять. Блин, сразу видно, ребят, насколько мы отнимаем мало здоровья у наших противников. Естественно, сразу идет придурок, который будет бросать молотки. Эх, не того взял, Рэй, не того ты взял. Надо копить, наверное, энергию нам. Так, ну этого, я думаю, что так закумарим. Да чтоб тебя, а! Ага, а почему-то вот этот вот пробивает, ребят. Значит, бегун видит, а больше никто не видит. Парадокс какой-то прям. Какой ты, друзья мои, парадокс. Так. Нормально. Ну что, бегуна вызывает? Давай, наверное, так сделаем. Да конечно же, ну конечно же, друзья, ну... С удара, блин.
И вот сейчас начнется. Ай-яй-яй-яй-яй. Плакали мои три звездочки. Они сейчас стегозавров быстро запинают. И что я там буду делать без них? Бомжиху подбить. Там только скулят, скулят, поскуливают. Мои ребятульки, вон они всех тут ушатали. Все, ребята, одной звезды нету уже. Ну нет одной звезды больше, понимаешь? Да, лишний раз говорит о том, что ну слабы, мы слабы, ребята. Не хватает именно мощей и сил у моих драконов нету. И не хватает живучести. Всего не хватает. Ну ладно, хотя бы сундук заработал. Слушай, сейчас должно хватить, по-моему, на прокачку. Да, и мало того, что на прокачку. Ну неужели, да, ребят. Недостающую звезду получили, и нам открывается. Ух ты. И нам открываются следующие этапы. Так, угу. Заморозку получили. Хочется, конечно, глянуть. Ну ладно, хочется, значит, глянем. Ё-парасете. А... Четыре бегуна. Четыре, друзья мои, бегуна. Ну, как бы сказать, это хорошо. И... Дай-ка вот этого бомбану. Ну, слушай, бегуны довольно неплохо. Довольно неплохо справляются. Отходим, главное отойти от этой дубины, которую он бросает. Спасибо. Вот тебе и спасибо. Да. А там-то что еще ползет? Ты уже видишь, да, что там ползет? Там ползет этот придурочный, который вечно ныкается. Единственный плюсик то, что они медленно идут. Но это такой плюсик, я тебе скажу. Надо что-то с бомжихой делать. Или ее морозить. Фига там колотушки наяривают. Ну, звездочку мы уже лишились. Тут проблема, я смотрю, только вон в этих. В хибарах. И все.
И больше, в принципе, ничего такого здесь заурядного нету. Так, они уже до сюда добегают, значит, сзади уже никого нет, ребят. Получается так. Ну и звездочек у нас нету. Звездочек у нас нет. Одна звезда осталась. То есть я в любом случае прохожу этот этап, но... с одной звездой. 350. Ну, сам видишь. Плюс еще 420. Так, тут сундук. Два, кстати, ребята, сундука здесь будет у нас. Два сундука. Этот какой-то такой, а этот какой-то... это обычный деревянный, а этот какой-то прям аж крутой. Я так понимаю, что у нас будет Рэмбо. То есть мы сможем вызывать Рэмбо так же, как и Плевунов, с помощью бочки. То есть в нужный момент призываешь, он выпрыгивает и бежит. Это, кстати, очень хорошо, потому что если, например, позади нас идут какие-то легкие враги, да, мы не тратимся Рэмбо, чтобы он пробивал их. Мы выпускаем, например, перед бомжихой, и он сразу бомбит ее. Тем самым мы получаем превосходство, и, соответственно, бомжиха получает намного колоссальный урон. Так, опять бомжиха что-то орет. Это говорит о том, что в следующем уровне, наверное, будет жесткач какой-то. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.